А выставка замечательная. Для нас, конечно же, это не первый опыт участия в выставках, но с вами мы впервые. И отрадно признавать, что здесь все наши. Очень много наших партнеров, дизайнеров, текстильных, даже архитекторы некоторые были. Мебельные, интерьерные салоны. Все подходят, здороваются, улыбаются, радуются. Очень прекрасно. Ну, хорошая атмосфера, приятные люди. Очень много новых знакомств. И опять же, ну, все профильные, все наши, как говорится, мы как рыба в воде, чувствуем себя очень комфортно здесь. Но, честно говоря, очень много коллег-партнеров, очень много поставщиков, в том числе наших, что тоже приятно осознавать, потому что какая-то часть рынка закрылась, мировая, от нас, и появляются новые партнеры, новые коллеги, что, ну, это для меня даже лично, не только как для ковровика, но как и для российской компании с большим наличием в Москве. Это очень важно, что мы развиваем все-таки культуру компаний наших российских. Ну, цели и задачи основные, конечно же, это общение, коммуникация с нашими партнерами, поиск новых партнеров, потому что личный контакт – это то, что, собственно, на выходе дает невероятную энергетику и ощущение, потому что звонки по телефону, дистанционное взаимодействие – все это, ну, как бы такое наполовину. Когда лично общаешься, взаимодействуешь, делишься энергетикой, потому что ковры ручной работы – это в первую очередь энергетика рук. Такие ковры создаются месяцами, годами, некоторые размеры годами просто ткутся. И, ну, это очень важный фактор. Обмен энергией, обмен эмоциями, обмен знаниями, навыками, проектами и опытом в том, чтобы создать на выходе прекрасный интерьер, где будут шторы, где будет текстиль и будут на полу чудесные ковры.